Перед тем, как поговорить о духовно-нравственных устоях переходный период, остановлюсь на ключевом понятии «переходная эпоха», которая в литературе в последние годы получила особенно пристальное внимание и раскрытие. Если рассматривать социум как таковой, то он не является застывшим. Он подвижен, динамичен, и поэтому можно утверждать его непрерывной приходящести из одного состояния в другое состояние. Но когда мы используем понятие переходной эпохи, то подразумеваем скачок, существенное качественное изменение социума в течение какого-то промежутка времени. В данном случае на рубеже 19-20 веков произошло такое радикальное изменение социума применительно к советскому и постсоветскому пространству, которое свидетельствует о том, что изменилось качество коренным образом. То есть СССР, бывшие и постсоветские республики, перешли из одного состояния, можно по-разному назвать эту систему, социалистическая, там, коммунистическая, тоталитарная и так далее. Они перешли из этой системы социалистической, перешли в капиталистическую систему. Капитализм как таковой, как социальный факт, свершился. Все постсоветские республики тем или иным образом вписались в капиталистическую систему, в так называемый глобальный капитализм, который и определяет современную историческую эпоху. Таким образом, рубеж 20-21 веков является той вехой, той чертой, которая подтверждает факт завершения переходной эпохи. Переходная эпоха завершена, возврата к прошлому нет. Теперь мы немножко поговорим о том, о динамике духовных процессов в переходную эпоху. Эту динамику можно представить в такой логической схеме. В относительно мирный предкризисный период духовность в самом широком смысле этого слова, то есть включающая в себя интеллект, а также светскую и религиозную духовность, как бы дремлет. С нарастанием социальных противоречий она пробуждается. Различными субъектами, носителями духовности осмысливается противоречивость общественного бытия, ведутся поиски его переустройства на более разумных, более гуманных основаниях. В конечном счете, лейтмотивом в духовной деятельности радикально настроенных социальных слоев становится идея революционизации масс. Чрезмерный критицизм, переходящий в абсолютный нигилизм, становится сущностью духовных радикалов в предреволюционный и особенно в революционный период. В условиях социальной революции духовность с ее гуманными идеалами предана фактически анафеме, отрицаются как материальные, так и духовные основания прежнего общественного настроя. Надержав победу, лидеры новых социальных классов вынуждены заниматься не только экономической, но и духовной сферами, в том числе моралью. Новая духовность по своему содержанию не может не быть ничем иным, как антиподом духовности, сошедших с исторической арены социальных классов. Ее основная задача – окончательное разрушение прежней духовности и созидание чего-то нового. Таким образом, в первые послереволюционные годы в духовной жизни по-прежнему давлеет взращенная революция разрушительное начало. То есть разрушительное начало составляет как бы тот смыслообразующий стержень, вокруг которого наращиваются пласты новой духовности. По истечению определенного срока с политической арены сходят свергнутые революции социальные классы. На массовое сознание более не оказывает влияния их духовные ценности. Но вот парадокс.
Поколение людей, взращенные на новые революционные духовности, с течением времени становятся неудовлетворенными ею. В поисках альтернативы наличному духовному бытию они обращают взор к предшествующим пластам культуры, к духовности прошлых эпох, реконструируют их, но уже на ином уровне философской рефлексии, полагая, что таким путем они формируют оперативный простор для развития сущностных сил человека. Схожая схема применима и к динамике духовных процессов постсоветского пространства на рубеже 20-21 веков. Начиная со второй половины 1980-х годов, многие представители творческой интеллигенции, лесописатели, критиков, режиссеров, посчитали своим долгом систематическое уничижение советской культуры и советской духовности за их социалистический реализм. Своих граждан они представляли как неполноценных совков, прославляя при этом западную цивилизацию и внедряя в нашу жизнь суррогаты из масс-культуры, в том числе идеи ЛГБТ. Отдельные деятели культуры, своеобразно понимая идеи либерализма, руководствовались далеко не лучшими уроками жизни муравейника, тащили в храм науки и культуры, попадающие на их пути хлам. Как тут не вспомнить о деятельности секретаря ЦК КПСС Николая Александровича Яковлева, который впоследствии уже в своих воспоминаниях, публикации, говорил о том, да, мы лгали, мы использовали СМИ для того, чтобы развалить Советский Союз. Ну что, и ложь переменима, потому что если говорить правду, мы не смогли бы подвинуть этот монстр, сдвинуть с места. Поэтому использовали ложь, и это, в общем, закономерно. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что радикальной трансформации подверглась и философия, в том числе так называемая сформированная новая философская дисциплина под названием социальная философия. Об этом хорошо писал в своих воспоминаниях Степин Вячеслав Семенович. В 2007 году в «Вопросах философии» был огромнейший материал, в которых Степин рассказывает о своей жизни, о своей деятельности в Беларуси. Затем рассказывает свою встречу с Яковлевым и те установки, которые давал Яковлев ему, назначая на пост директора Института философии РАН. Главная задача, основная задача, которая была поставлена перед Степиным, это отказ от формационного подхода и замена его цивилизационным подходом. Что означает формационный подход? Это перевести философию с научной позиции на непонятно какую позицию. Что такое исторический формационный подход? Это теория, которая позволяла объяснять суть исторического процесса, динамику исторического процесса, источники развития, тенденции развития, движущие силы истории как таковой. Убрать исторический материализм – это означало лишить научной базы философии. Такая философия, сформированная в виде социальной философии, она, по сути дела, далека от научности. Она занимается непонятно чем. На эту позицию, попытка объяснить исторический процесс, закономерность его развития, взяла на себя эту миссию социология в лице теоретической социологии. Но если посудить по работам социологов, они заявили только лишь о теоретической социологии, но работ, непосредственно посвященных теоретической социологии, к сожалению, не так много. Есть отдельно, но их не так много, как того требует теоретическая социология. То есть, если социологи взяли на себе миссию раскрывать закономерности исторического процесса, они должны объяснить, что происходит с нами, что ждет наше общество в дальнейшем, куда грядет этот капитализм, который классик называл империализм, то есть капитализм на высшей стадии его развития под названием империализм. Он горек, он неприятен,
Он характерен с этими различными антиподами морали, но тем не менее он стал явью. Мы можем принимать, можем не принимать лично, на личностном уровне, но он стал объективной действительностью, реальностью. И вот те катаклизмы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, скажем, та же война Украины, России, те же процессы, которые происходят вокруг Беларуси, демонстрация сил НАТО и так далее. Все это результат хищнической сущности империализма как такового. И с этих позиций надо рассматривать и те процессы, которые происходят между Россией и Украиной. Не поняв природы характера империализма как такового, невозможно объяснить те боевые действия, которые проходят между Украиной и Россией, потому что империализм, он хищник. И с одной стороны, и с другой стороны хищник. Его суть – захватывание территории, захватывание богатств, эксплуатация других. И с этой точки зрения надо рассматривать и Россию, и Украину. Украина претендует на часть российских территорий, Россия претендует на часть украинской территории, но это сущность империализма, капитализма, в котором мы оказались, в котором мы окнулись. Как известно, народный художник СССР Советский выделял три величайших европейских культуры, оказавших самое непосредственное влияние на жизненный устой общества – античную, эпохи Возрождения и советскую. По его убеждению, именно в них наиболее полно получили призвание идеалы человеколюбия. Существенной особенностью советской культуры явилось то, что она вобрала в себя лучшие традиции национальных культур, представляла собой целостный социальный феномен, а не механическое соединение каких-то разрозненных духовных пластов. Выходцы из различных союзных республик бывшего СССР явились творцами и носителями единой великой самобытной культуры. Многие из них сохранили ее традиции и в дальнейшем плодотворно работали в других странах мира. На рубеже 20-21 веков метрополитен опера США насчитывалось 25 солистов Большого театра СССР. Ведь быть на сцене Большого театра означало иметь пропуск на сцену самых престижных театров мира. Поэтому честные люди, как бывшие СССР, так и многих других государств, протестовали против сознательного разрушения, уничтожения советской культуры. Допустить развал науки, советской культуры и образования, считал философ Зотов, это самоубийство, преступление перед своим народом и человечеством. Это, наконец, моральный грех. В этом плане бездоказательным было утверждение философа Мамардашвили, поддержанное, кстати, в 80-е годы многими молодыми представителями творческой интеллигенции СССР, об отставании внутреннего развития нашей страны, на нашем социальном бытии, как доисторическом и доценностном мире. В литературе последнего времени произошла смена вектора оценок духовной культуры нашего общества. Если в конце 80-х, начале 90-х годов в подавляющем своем большинстве публицисты охавали все отечественно, отрицали какие-либо позитивные достижения в науке и культуре наших народов, рассматривали наше общество как архаичное, нецивилизованное по сравнению с Западом, то теперь оценка иная. Все больше исследователей, признанных мастеров культуры, да и простых людей, констатируют тот бесспорный факт, что уровень образованности, культурности, интеллигентности нашего общества в целом в 70-80-е годы 20 века был достаточно высок. Это в 1990-е годы он резко снизился. Культура органично вплетена в целостный социальный организм, поэтому государственные органы не могут быть безразличными к тем процессам, которые протекают в духовной сфере. Учитывая важность этих процессов, в Беларуси в 2023 году был запущен проект
вынесена на обсуждение концепция культурного импортозамещения, направленная, этот проект был направлен на дальнейшее развитие культурного пространства во всех сферах жизни общества. И задача ставилась о том, чтобы не заимствовать те ценности, которые во многом можно было назвать ценностями лишь в кавычках, которые привнесены Западом. Но началось обсуждение концепции импортозамещения, и потом ее как-то потихонечку свернули, и сейчас ее нет. Вы в интернете уже не найдете концепцию культурного импортозамещения. Ее заменили другой концепцией, которая была принята под названием «Концепция развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества на 24-26 годы». Она уже принята, но многие положения концепции культурного импортозамещения в ней сохранены. Но в целом ставится задача о том, чтобы развивать национальную культуру на собственной национальной базе и меньше внимания уделять заимствованию тех ценностей, которые привносятся Западом и средствами массовой информации. Спасибо.